Рима Маркова играла роли второго плана, но фразы ее колоритных героинь уходили в народ. Ее обожали. Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перед Анитом. Леонид Марков в кино сыграл немного и говорил, что снимается исключительно ради денег. Он посвятил себя театру и добился на сцене куда больше Римы. Человек марки. Большой, талантливый, мощный марки. Но сестра всю жизнь относилась к нему как к ребенку, который нуждается в постоянной опеке. В детстве дралась с его обидчиками, была готова на это и в преклонные годы. Оба умерли от рака. И в мир иной ушли очень тихо и без пышных церемоний прощания. Последние годы Рима Маркова проходила лечение в онкологической клинике. Она не поехала за границу. Это была обычная московская больница. В 2011-м ей сделали сложную операцию. Удалили опухоль из яичников. И эти фотографии сделал Станислав Садальский, который пришел ее навестить. Его страшно возмутило состояние больницы, в которую попала знаменитая актриса. Каждая женщина больная, раковая больная, должна быть со своим стульчиком. И пошел в туалет, эти стульчики, штук 40 их висело разных, и это было ужасно. Рима Маркова была возмущена поступком друга. Как посмел он показывать всей стране, в каком состоянии и где находится народная артистка? И зачем поливает грязью больницу, в которой ей помогали? Маркова закатила Садальскому скандал по телефону и с тех пор с ним не общалась. Римка на меня начала кричать, вот зачем ты это сделал? Позднее Маркова разрешила показать свои фотографии одному из федеральных телеканалов. Бледная, худая, с синяками под глазами, в простой ночнушке. Такой эту вечно боевую женщину страна еще не видела. Можно ли представить фильм «Покровские ворота» без этого маленького кадра? Наверное, можно, но краска уйдет сразу. Вот талант. Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов. Она и в жизни была такая. Так же дымила, как паровоз, была очень резкой. Любила вставить крепкое словцо. Я помню, как у Останкина я ждал ее на съемку. И вот я вижу, подъезжает такси, распахивается дверь, выходит Рим Васильевич, как ее многие звали, женщина с мужским характером. И когда милиционер сказал, покажите ваш паспорт, сказал, вот так, и пошла дальше. Там, конечно, все обалдели. У нее были широкие плечи, высокий рост, низкий, почти мужской голос. Ну и комик Ивеня, ловко вывернули ему пробелку. Каменная баба типичная, вот, которая стоит в Киевской степи, и мы не очень понимаем, это вообще это баба или мужик. А вот ее брата все безоговорочно называли необыкновенно красивым. Зритель впервые запомнил Леонида Маркова, когда он сыграл в фильме «Русское поле». Ему было 44. Запутался я, Феня, в конец. Как слепой по земле хожу, ничто мне не в радость. Все радость ищешь. Всю жизнь с кем не считался. Жил в свое удовольствие, чем опять не угодили. А лучшую свою роль в кино он сыграл через 7 лет. Это был Урбенин в драме «Мой ласковый и нежный зверь». Постарелый человек, который влюбляется вот в эту молоденькую героиню, вот эта замечательная музыка Евгении Доги, вот этот вальс потрясающий, когда вот они танцуют. Москва, 3 марта 1991 года. С Леонидом Марковым прощались в театре Моссовета. Он был в нем звездой и гарантировал аншлаги. И на Риму смотреть было больно. Леониду было всего 63 года. Из жизни он ушел неожиданно и быстро. Для нее так он и остался. Лени, вот ее младшим братиком. Все это она несла вот до ухода из жизни. Как она переживала страшно. Скажи. А совесть. Плохо я. В 1985 году Маркова пригласили в картину «Змеилов», где он сыграл умирающего от рака торгового работника, разбогатевшего на хитрых схемах воровства. Я тогда
Можно сказать, не только я, все подумали. Как бы с Марком что ни случилось после такой роли. Актеры очень лоббильны. Объясню, то есть они внушаемы. То есть у них расшатанная нервная система, и каждая роль в какой-то момент начинает проникать в душу человека. Но Марков еще 6 лет оставался жив и здоров, пока не снялся в картине «Отель Эдем». Все они грешны, и не ждут они судного дня. Ему была предложена роль сатаны в фильме «Отель Эдем». После этого всегда какие-то проблемы бывают у актеров. И во всяком случае бывали. То есть всегда все заболевали после дьявольских ролей. В конце съемок он начал стремительно худеть. На озвучение картины Марков приехал осунувшимся и жаловался на боли в солнечном сплетении. Когда выяснилось, что с ним произошло, оказывается, у него рак 4-й стадии, который он вообще не ощущал. Москва, январь 1991 года. У Леонида Маркова был рак желудка и огромные метастазы. Врачи не понимали, как же он до сих пор не умер. Они дали актеру месяц. Даже умирая уже в больнице, когда мы пришли с женой, ну, мы уже знали, что он не выйдет, а он этого не знал. И у него такое было недовольное выражение лица. Мы говорим, что? И вы знаете, что он начал нам рассказывать, говорит, медбрат приходил. Вы знаете, мы так переглянулись, говорит, стал убирать, говорит. Как, говорит, этой щеткой даст, я чуть с кровати не снесли. То есть, вы знаете, он с таким, мы, это было просто страшно. Да. Маркову провели сложную операцию, но надежды на восстановление не было. Он лежал в больнице. День и ночь рядом были жена и сестра. Если бы вначале, то спасли бы. А уж когда охватились, все, разрезали, посмотрели. Бесполезно. Он свернулся за один месяц. Рима и Леонид Марковы родились в семье актера провинциального театра. Его часто переводили из одной труппы в другую. Мама была гримером, и в каждом городе брат и сестра выходили на сцену. Дебют Лени состоялся, когда ему было 4 года. Рима и Леонид играли брата и сестру. Только роль мальчика досталась Риме, а партия девочки – брату. Он получил роль девочки, которая умирает. Умирал он гениально. И это надо так получиться, чтобы первая роль, и он умирает в этой роли. А Рима так плакала над ним, что все в зрительном зале плакали вместе с ней. Настолько это потрясало всех, что даже у них там стояла скорая помощь. Рима безумно любила своего брата. Делала с ним уроки, следила за тем, что он ел и с кем дружит. Защищала его от нападок в школе и не боялась лезть в драку с мальчишками и кровь проливать за Леню. Бабах по башке одного, бабах по башке другого. Все. Охота к ней приставать отпала моментально. Все ее обходили, даже дали ей прозвище в школе «Майор». Любовь к Леониду у Римы была безграничной. Она заботилась о нем до конца его дней. Он так и остался для нее младшим братиком, который без нее пропадет. У Римы жизнь семейная как-то не очень сложилась. Поэтому для нее брат был как бы и сын, и брат, и его надо было опекать. В Москву они приехали, когда Риме было 22, а Леониду 19. Он был одет в старый костюм отца, который был ему страшно велик. Маркова была в наскоро сшитом нелепом платье. С собой молодые люди привезли чемодан, в котором были груши. Больше в дорогу родителям дать им было нечего. В надежде, что груши они продадут где-то на рынке и будут на эти гроши существовать. В Москве их взял в театр имени ленинского комсомола Иван Берсенев. Он увидел брата и сестру в Вологодском драмтеатре и выдал им расписку, что примет их в столичную труппу. Первое время они жили на вокзале. Потом получили комнатку при театре. Такая, 16 метров, где мебель была из реквизита театра. Рима Маркова была одиноким человеком. И старость встретила в очень маленькой квартирке. И говорила, что размером ее довольна. Я живу в 15-метровой однокомнатной квартире. Все говорят, ой, ну что? А я, когда начинаю убираться, я проклинаю все. Потому что я уже не в состоянии это все сделать. Мне достаточно.
Я много видел у своей жены. 2 голода, когда ухаживаешься, и войну отечественную. Замужем Маркова была 3 раза. Первым ее избранником стал военный летчик, но разбежались быстро. Часто бывает, что мужья ставят условия, что либо я, либо сцена. Потому что, конечно, Рима была одержима сценой, и в своей профессии она по-другому себя не видела. Вторым супругом Марковой стал красавец-баянист Владимир Никитин. У супругов родилась дочь Таня, и Рима была уверена – это брак навсегда. Оказывается, он был пьющий человек. Он какое-то время держался, вот как, пока я родила, все и все. И это была катастрофа. Это было действительно невыносимо. Никитин терял во время запоев человеческий облик, а Маркова еле сдерживалась от того, чтобы его не ударить. Она могла бы нести на плечах и на руках своего несчастного, бедного мужа, второго больного человека. Алкоголизм – это болезнь. Но тогда бы она не смогла бы сделать то, что она успела сделать в то время. Маркову стали приглашать в кино. Режиссеры ее оценили. Ты куда это выйдешь? В город с тобой поеду. Еще чего? Вовсе тебе и делать там нечего. Ишь ты, а Марфе есть что? Кроме алкоголя, Никитин очень любил противоположный пол. И узы брака его не смущали. И однажды Маркова нашла записку его любовницы. Уже когда стало не втерпешь, мне пришлось расстаться, несмотря на то, что безумно любила его. Рима Маркова всегда очень много работала. Ей не платили огромных гонораров за роли в кино. Она не была примой значимого столичного театра. Приходилось вертеться. Она была в экспедициях, на гастролях. Раньше были творческие встречи по городам и весям. Артисты уезжали на месяц. И дети, конечно же, недополучают. Это очень частое явление, и очень редко, когда, как говорится, на 2 стульях можно усидеть и быть замечательной женой, матерью, хозяйкой и потрясающей актрисой. Дочку растила бабушка. Маркова очень любила Таню, но девочка росла своенравной, а актриса не умела найти к ней подход. Были частые ссоры. Спорили мы всегда и обо всем, и сталкивались наши характеры ежеминутно, ежесекундно, там, каждодневно. Это, в общем, была такая гармония отношений вот в конфликте, в постоянном конфликте. Обе, конечно, очень уставали от этого, но как по-другому у нас модель отношений не складывалась. Москва, 17 января 2015 года. Рима Маркова не хотела, чтобы в день ее похорон собралось много публики, звучали пафосные речи и работали съемочные группы. Сохранилось лишь немного кадров ее отпевания. Пришли Лариса Лужина и Зинаида Кириенко. У нее был потерянный вид. Они дружили. Поднимала лицо, голову, и эта улыбка на 32 зуба. Все было, осталось в памяти, как, ну, вот как символ, что ли, этой светлой души. Слава пришла к Риме Марковой поздно, ей было 42. Действие фильма «Бабье царство» разворачивалось в селе, оккупированном немцами. На войне один раз убивали, а нас каждый день убивали. И никто нам не судья. И это было первое противостояние Римы Марковой и Ноны Мордюковой. Обе претендовали на главную роль. Мордюкову не утвердили, а утвердили ее. И это был ее звездный час. Они были ровесницами, и многим режиссерам казались чуть ли не сиамскими близнецами. Но Маркова всегда дышала в спину Мордюковой. Ей доставались только роли второго плана. Она всегда ей завидовала, что хотелось заполучить вот это вот то, что Нона. Все равно, как бы ни было, Нона немножко выше. Актриса Людмила Чурсина надолго запомнила, как снималась вместе с Мордюковой и Марковой в фильме «Журавушка». Нона вела себя нормально, а вот Рима все время всех смешила, импровизировала и просто срывала съемки.
вся группа просто умирала от хохота, а оператор даже забыл включить камеру. Настолько он был увлечен, потому что она всякий раз, что за какие-то появлялись новые нюансы, импровизировала. Думаешь, не вижу? Зря, что ли, ей, ну и рожь-то, как икону везде выставляешь. На всех собраниях тычешь. Раз такая, раз прекрасная. Ох, дура, вот дура. Не дурей тебя. Я женщина честная. Чужих мужиков не подманиваю. Фильм «Бабье царство» высоко оценили на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. И там Римму Маркову заприметил испанский барон Гонсалес Гарсия Хосе Антонио. В свое время он учился в Советском Союзе и говорил по-русски. Был скромный, в очках такой, такой тихенький, да. И он, можно телефончик там и так далее. Я думаю, да, конечно, пожалуйста, вряд ли ты приедешь. Марковой было тогда 43 года. За плечами два разрушенных брака. Романов не было давно. Ухаживание испанского барона, конечно, ей льстили. И он совершенно неожиданно прикатил в Советский Союз и сделал ей предложение. И, не испытывая пламенных чувств, она согласилась. Говорят о том, что КГБ сказала: «Выйди замуж за него, и ты нам будешь все там рассказывать. Разовьем сеть, так сказать, оперативных, конспиративных квартир, мы там все». Но это, конечно, неправда. Никаких предложений спецслужбы актрисе не делали. Она сразу заявила мужу, что жить будет только в Советском Союзе. В Испанию никогда не поедет. Некоторые наши актрисы переезжали. Я знаю такие судьбы. Но не Маркова. Она от земли. Она как? А потом тут дочь. Семейная жизнь с испанцем была короткой и крайне нервной. Когда он приезжал в Москву, то мучил Маркову бурными сценами ревности. Ему не нравились богемная жизнь и обилие внимания к супруге. А потом Рима узнала, что ждет от него ребенка. Сделала аборт и просто поставила мужа перед фактом. Я понимала, что меня заставят уехать туда, потому что будет ребенок. И я сделала аборт, что не простилось. И больше она его никогда не видела. И говорила всем, что по поводу крушения третьего брака слез не льет и живет отлично. Она говорит: а чего, мне хорошо одной. Я в это время хожу, думаю, сама с собой разговариваю. Это мне нравится. Но, скорее всего, Маркова просто прикрывала бравадой душевную боль. И, конечно, ей хотелось любить и быть любимой, иметь полноценный брак, надежное плечо и защиту. Конечно, в этом смысле она была несчастным человеком. Женщиной, которая достойна была очень большого счастья личного, вот как-то была обделена. Интересно, что развод с испанским мужем Римма Маркова так и не оформила. И после его смерти вполне могла претендовать на большую часть наследства, но обращаться за ним не стала. Она сказала: какое я имею право на его наследство? Она с ним не поехала, она с ним не осталась. Она сломала ему, как ей казалось, жизнь. А некоторые коллеги-актрисы считают, что брак с испанским бароном – плод ее бурной фантазии. Маркова умела выдумывать истории, которые слушали с открытым ртом. У каждой актрисы должна быть своя легенда. Ее третий брак – это тоже легенда. Это тоже скорее вопросы, чем ответы. А еще она рассказывала, что могла стать женой Иннокентия Смоктуновского. Артист был обязан ей своей карьерой. Она увидела его на сцене провинциального театра и загорелась перевести его в Москву. И Смоктуновский первое время жил в ее крохотной комнатке при Ленкоме. Она водила его по пробам в московские театры, играла с ним этюды. Кормила, поила. Это было много месяцев. И он уже, ну, как бы от невозможности говорит: давай я тебе сделаю предложение. Она говорит: мне такого не надо. Из жалости и от невозможности мне точно не надо, я блондинов не люблю. Главным мужчиной жизни Риммы Марковой был ее брат Леонид. Они были неразлучны с детства. И старшая сестра считала, что должна заботиться о брате, и когда ему было 30, и 40, и 50. Он молча принимал вот эту как бы опеку, но он мне не нуждался, он не хотел.
50-е они оба работали в Линкоме, но Леонид стал звездой, а сестра была на вторых, а то и на третьих ролях. И редко. Потом Марков долгие годы служил в театре Моссовета. И москвичи, и гости столицы мечтали попасть на спектакль «Царская охота», где он играл вместе с Маргаритой Тереховой. Ты моя государыня. Тише! Он был хорош даже в советских пропагандистских пьесах. В постановке «Шторм» о гражданской войне он так вживался в образ, что у него менялся цвет кожи, когда он изображал смерть своего героя. Я потом Лене говорю: Леня, ты откинулся, а у тебя все лицо зеленое почему-то. Хотя, я говорю, такое впечатление, что ты умер. А он мне говорит: да. Я действительно умираю, Ляля. Рима сыграла Фросю в спектакле «Вторая любовь», и больше ей не везло. Ей говорили, что она слишком крупная. Мужчины рядом с ней выглядят каким-то недоразумением. В итоге ее уволили по сокращению штата. Она была раздавлена и очень надеялась на то, что за нее заступится обожаемый Леня. Но он не замолвил за сестру словечко, что стало для нее просто шоком. При ее характере, при том, что брат оставался и был в полном порядке, как говорят, конечно, это было для нее очень, наверное, непросто и мучительно, и обидно. Кадры 1992 года. Через год после смерти Леонида Маркова его близкие и коллеги собрались, чтобы вспомнить, кого потеряли. Мне посчастливилось с Леней играть в 7 спектаклях. У Лени был особый дар артиста быть героем на сцене. Валентина Талызина вспоминала, что Марков не давал ей проходу и не понял, почему ему отказали. Он мне предлагал выходить за него замуж. О романах актера ходили легенды. И он сам любил подбрасывать новые детали для формирования мифа «Марков – главный плейбой Советского Союза». Так вот вальяжно он курил и рассказывал очень такие щекотливые, интимные, мужские подробности отношения со своей. И тут собрались мужики. И все с такими с красными ушами слушали, раскрыв рот. Официально Марков был женат 4 раза. Первые 3 союза были короткими. Первая супруга актера, актриса Тамара Басова, сходила с ума от ревности. Она справедливо подозревала мужа в неверности. Семейная жизнь была сплошным скандалом. И она понимала, что жизнью мужа руководит сестра. И как скажет Рима, так и будет. И однажды устроила такую, в общем, встречу с Римой. Говорит, он же уже взрослый, что вы его опекаете и так далее. Но надо знать Риму. Она ответила по полной программе. И этим самым разорвала их отношения полностью. Марков несколько месяцев не общался с сестрой, но в итоге пришел к ней и просил прощения на коленях. И она его простила, потому что считала себя главной женщиной в жизни брата. Ее выражение: да мало ли еще кто придет, рядом окажется с тобой, Лень. Герои Маркова очень часто пьют в различных эпизодах с друзьями в ресторане. А ну-ка, Толик, давай. В тоскливом одиночестве, копаясь в своих душевных проблемах. Может, тебе щей горячих принести? Перебьюсь. Это простые люди с рядовой, как у всех, судьбой. Герои Чехова, опустившиеся на самое дно. Я счастлив теперь. Видит Бог, как я люблю вас всех. И в фильме «Безответная любовь» Марков сказал как будто сам о себе. Из всех пьющих людей актеры напиваются наиболее неприятно. Он был блестящий актер. Все замирали в театральном зале. Марков очень много сыграл прекрасных ролей в кино, но был стеснительным и зажатым человеком, который на самом деле боялся публичного внимания и творческого провала. Он был человек больших эмоций, и он сглаживал. Вообще он был стеснительный.
И он когда выпивал, ему было бы раскованнее. Пил он исключительно крепкие напитки. Дома старался этого не делать, не расстраивать супругу. Но когда он возвращался с гастролей или долгих съемок, было понятно, пил каждый день и помногу. И пьяным он становился совершенно другим человеком. Начинает хамить, начинает оскорблять. Ну, пьяная агрессия лезет. Потом Марков плохо помнил, что творил. Однажды всю ночь кутил в гостинице в Краснодаре и разнес свой номер, что запомнилось городу на долгие годы. Собрался синклит, портком, местком, деятели. И есть удовольствие кровушки попить из зависти. И они его, в общем, и туда, и сюда, и пришпыляли. Все. И вот он стоял в этой позе, такого, знаешь, почти Христа такого. Головку опустил. Маркова знала о слабости брата и всячески с ней боролась. Отбирала бутылки, провожала его на гастроли. Ругала, как школьника при жене и друзьях. Только мы, значит, это самое. Вот, в это время смотрим в окошко нашего вагона, смотрим, Рима появляется. Где? Где? Он говорит, так, нечего, надо заишивать что-нибудь такое. Что такое? Ну, на, вот это. Все. Марков выглядел крупным и сильным мужчиной. О таких говорят порода. Но алкоголь истощал его силы. Пил он до конца своих дней, уже тяжело болея. Несмотря на то, что врачи называли это самоубийством. Марков, он был такой, знаете, фаталист. Он все время говорил, ну, да не важно, сколько я прожил. Главное, что... Я хочу оставаться вот живым до конца. Рима Маркова тоже уважала крепкие напитки. Однажды за границей ее спросили, сможет ли она залпом выпить стакан водки. И она решила удивить местную прессу. Я держу вот этот стакан, там грамм 250, это даже если не 300. Я пила просто как воду. Я не чувствовала вкуса. Я выпила... И там вот эта тарталетка, и там запустил. И раздался гром аплодисментов. После этой истории за Марковой закрепилось еще одно прозвище. Сега Тариса, она не только великая актриса, она великий пьяница. Пила, да, много пила, очень много пила и любила выпить. Но это не имело никакого отношения к маломальскому алкоголизму. Она просто очень любила компанию, любила общество. И ей прекрасно пилось. У Маркова не было детей. Актер думал, что проблема в том, что он все время женился на бездетных женщинах. Но, скорее всего, все-таки причина была в нем, а не в женщинах. Елену он встретил на съемках, и четвертый брак, наконец, стал счастливым. Они прожили вместе больше 20 лет. И этой женщине, наконец, удалось занять первое место в сердце Маркова, вытеснив сестру. Она придумала, как получить хорошую трехкомнатную квартиру, навела в ней уют, и Марков выглядел прекрасно. Он находился под большим влиянием. Она много для него хорошего сделала. Она ему жизнь украсила, обеспечила его. Редкие кадры 2007 года. Рима Маркова в гостях у Михаила Пуговкина. Актриса, как всегда, в центре внимания и произносит тост. Жили так бедно, что одна пол-литра на 14 человек. Но было весело. Но как же было весело. Мы какие-то стихи, каждый по фразе. И все. Это не то, что это попойка была, а просто вот встречались, потому что молодые и замечательные. И вот я говорю, давай, Миша, выпьем за нашу молодость. И никто не знал, что за плечами актрисы тяжелая операция. Ей удалили злокачественную опухоль на шее. Что-то она ковырнула на шее какой-то у нее, то ли было этот родимое пятно, то ли родинка сковырнула, и сепсис пошел. А потом случился рак яичников. И пришлось сделать еще одну операцию. Маркова долго лежала в больнице. На этот раз восстановление было тяжелым. Удалили опухоль, и она жила после этого, скрывая это все.
скрывай, никто не знал. Но спустя 9 месяцев Маркова вновь оказалась на больничной койке, в этот раз с диагнозом спаечная болезнь брюшной полости. Когда внутренние органы срастаются с брюшиной, актрису мучили страшные боли, температура была запредельной, она лежала в бреду и часто плакала от бессилия. Да ты не бойся, я только в ладоши хлопну, он сам помрет, а жена потом мертвого его выкинет, а этот грех возьмешь на себя. Когда он играл в ночном дозоре, у него рак отступил и надолго. Производил впечатление предельно здорового человека, потому что могла именно, такое ощущение, что она могла съесть весь накрытый стол на 8 человек и выпить все, что они тут, значит, поставили, ничего бы с ней не случилось. О том, что сыграла ведьму, актриса узнала из газет. Они решили так, скажут, это старая корова, ей пришлешь и сценарий, а я читаю всегда сценарий. Первый раз в жизни я не прочитал, они решили не посылать, они говорят, и уезжает в Париж, и нужно вот 4 дня, и присылают текст, я читаю, мошенница, ну вот ясновидящая, я ее так и играла. Маркова очень переживала. Ей не хотелось иметь дело с нечистой силой. Поэтому, когда ей предложили роль Ванги, она отказалась, испугалась, что ее снова покажут в образе колдуньи. Параллели мистические у актеров бывают. Даже то, что им предложили в финале жизни эти мистические роли, это ведь тоже совпадение, но не случайно. Москва, июль 2008 года. Небольшой храм на территории Кунцевского кладбища. Здесь отпевали сына Ноны Мордюковой и прощались с ней. Людей в него поместилось мало. Актриса хотела, чтобы прощание с ней было очень скромным. Но не вышло. Когда гроб понесли к могиле, то к нему кинулось множество людей. И одной из последних к могиле подошла актриса Римма Маркова. Она прошептала «Прощай, родная!» и бросила в могилу свою фотографию. Она безумно любила Нону. Это был страшнейший удар. Она, наверное, как потеряла часть себя. У обеих не складывалась личная жизнь. И подруги часто плакались друг к другу, купив бутылку крепкого. Однажды пригласили в гости двух мужчин. Те принесли с собой водки. Начали ужин. Поначалу было весело. А потом Маркова почувствовала себя плохо и вышла на балкон. Залезла через эту комнату в сортир, в обнимку с унитазом, значит, начала изрыгаться. И вдруг я слышу, как Нонка кричит: «Римма!» Она видела, что на балкон пошла. Она выходит туда, и она тоже уже пьяная, потому что все ест, она бросилась! Эти кривоногие сразу исчезли вместе с водкой. Тут же написали в газету: Мордюкова и Маркова в молодости совращали азербайджанскую водкой. Обе были остры на язык. Могли в секунду разругаться и послать друг друга на 3 буквы. Как-то они вместе поехали отдыхать в санаторий и поссорились уже на следующий день. Поводом послужило то, что Мордюкова встает рано на завтрак, а Маркова спит до обеда. Она говорит: «Ты же не умеешь отдыхать». Я говорю: «Чтоб я в 8 часов встала? Да Боже сохрани! Мне завтрак этот не нужен, и обед этот не нужен. Я первый раз ем в 4 часа». Но подруги очень быстро мирились и просили друг у друга прощения, уливаясь слезами. Я дура. Ты тоже дура, но я дуру больше. Давай, не будем. Мордюкова часто помогала подруге. Могла упросить режиссера доверить ей хотя бы эпизод в картине, в которой сама играла главную роль. Вы понимаете, какое положение? У нас одна женщина. Мест нет. Нет, я понимаю, но ей буквально на одну мощь. Мест нет и не будет. Спасибо. Пожалуйста. По характеру, как мне кажется, Римма Васильевна была жестче, чем Нона Викторовна. Нона Викторовна была мягче. И вообще они были совершенно разные. Абсолютно. Дура ты. И муж у тебя дурак, хоть и помер. Ведьма ты совсем стала. Этот ролик тронул сердца миллионов. Две великие актрисы, две женщины, на которых и держится Россия. Поехал казак. История
поколения целого женщин страны, которая перенесла на своих плечах все. Считаю, что это вообще шедевр. С благодарностью тем, кто придумал вот так их соединив. И им, кто так сыграл себя, свое поколение. Но на старости лет подруги поссорились вдрызг. Рима Маркова во время очередных посиделок выпила лишнего и ударила подругу в больное место. Сказала, что она упустила сына ради карьеры и сама виновата в его ранней смерти. Но незадолго до ухода Мордюковой они помирились. Страшно переживала Маркова смерть Мордюковой. Мы все ее успокаивали, она рыдала и говорила, чтобы ты там была не одна, я хочу быть с тобой. В общем, это был очень тяжелый момент, и после этого мы с ней тоже общались. И она резко сдала, резко постарела. Когда у актрисы появилась крохотная однокомнатная квартирка, в ней жила и ее взрослая дочь Татьяна. Отношения у них были сложными. Наблюдая Римин характер, я могу представить, что с ней очень сложно было бы найти какой-то компромисс. Но когда Татьяна сказала матери, что беременна от случайного кавалера, Маркова запретила делать аборт и убедила дочь выйти замуж за отца ребенка. Но вскоре муж сбежал. И актриса до конца своих дней содержала дочь, которая работать не хотела, и очень много занималась любимым внуком. Для него готова все, что угодно сделать. Я его очень люблю, мальчик прекрасный. На съемках фильма «Обрыв» Маркова неожиданно влюбилась в исполнителя главной роли Георгия Антонова, который был ее на 23 года младше. Но актер на ее чувства не ответил. Это прелесть. Это натуральная драма. Скажи на милость, натуральная драма. С такой женщиной не каждый мужчина уживется. Она сильная личность, а мужчины не очень любят сильных женщин. И это была последняя попытка Марковой найти личное счастье. Она погрузилась в работу, заботы о дочери и внуке, а в середине нулевых вступила в партию «Справедливая Россия». Она так посмотрела на меня. Никогда с вами генералом не была и не буду. Я буду пахать. Вы еще узнаете. И действительно, я потом узнал, что если она что-то делает, она делает это очень профессионально, отдается вся, и никогда, ну, то, что вот у нас обычно такое слово есть, не сочкует. Маркова решила помогать бедствующим актерам. Выбивала деньги для пожилых, помогала молодым талантам, лечила, хоронила, помогала вдовцам и вдовам. Я уверена, что ее имя вспоминают во многих и многих семьях, хотя очень многие ушли. Это в семье Александра Белявского. После его смерти народного артиста Александра Белявского люди надо было поднимать дочь. Я таких примеров Сашальский. Я таких примеров могу привести сегодня очень много. Но я знаю, что она слышит, наверное, эту передачу. И она была бы очень недовольна. Недовольна тем, что я называю имена. Пролежав почти год в больнице, Рима Маркова умерла 15 января 2015 года. В этот раз победить рак она не смогла. И последние месяцы жизни она молилась о собственной смерти. Она призналась, что она устала. Когда человек устает, когда он соглашается уйти, то это все. Долгие годы на могиле народной артистки стоял заплесневелый крест. Не было памятника и никакого ухода. Дочь Марковой говорила, что никак не может найти взаимопонимание со скульпторами. Хотела светлый памятник, там какой-то мрамор. Ей объясняли, что этот мрамор, он будет стоять где-нибудь только в Италии, потому что в России его... У нас другой климат, морозы, влажность, он не будет здесь стоять. Ходили слухи, что дочери вообще не разрешали делать что-либо на могиле, потому что сомневались в ее родстве с Римой Марковой, так как у них разные фамилии. Ну, я в это не верю просто, и все. Ну, как, есть же документы какие-то. Дочь вписана там
в паспорт, есть свидетельство о рождении. Стас Садельский и тут молчать не стал. И открыто заявил, что Татьяна ужасная дочь. И печально, что ей не стыдно заброшенную могилу звездной матери. А памятник Риме Марковой и ее матери поставила в итоге партия «Справедливая Россия». Мы хотели памятник сразу же после ее смерти. Деньги были, ждали, чтобы пока вот окончательно, прежде всего, дочка, вот окончательно решили, как, что, где, чего. Слава богу, что он теперь есть. Леонид Марков упокоился на главной аллее Кузьминского кладбища. Сестра и мать далеко. Но Рима бы, конечно, хотела, чтобы все были вместе. Она очень любила Леню с самого детства и до конца своей жизни.